Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Поль Эли Рансон, французский художник, гравер, член группы Наби. Родился в Лимонже 29 марта 1861 года. Воспитывался своим отцом. Познакомился с рисованием своего деда Жак-Жака Макуара. И в 1877 году поступил в школу прикладного изобразительного искусства в Лимонже. В 1884 году женился на своей двоюродной сестре Франс Руссо и некоторое время учился в Париже, в Высшей национальной школе декоративного искусства, которую он покинул, чтобы поступить в Академию Жулиана в 1886-1891 годах, где он был учеником Тони Робер Флери. Был одним из пяти членов-основателей группы Наби, основанной в 1888 году, где ему дали прозвище Наби более японец, чем Наби Джапанар. В 1891 участвовал в символических представлениях в художественном театре. Участвовал в постановке спектакля Матерлинка «Семь принцесс». Участвовал в выставках группы в салоне независимых и салоне свободной эстетики в Брюсселе с 1894 года. Основал свой кукольный театр. Морис Дени и Жорж Лакомб сделали кукол. Франс Рансон сделал костюм. Его интерес к теософии, спиритизму, магии, оккультизму отличает его от других членов Наби. Участвовал в открытии постоянной международной выставки под названием «Модерн». Рисовал театральные декорации, узоры для сигарной коробки. В конце своей жизни он объединил мифологические, библейские и колдовские сюжеты. В 1908 году стал офицером Академии. Умер от брюшного тифа 20 февраля 1909 года. Похоронен в Лимонже на кладбище Луи. Вот так вкратце из переводной Википедии о французском художнике-гравёре, члене группы Наби, Поль Эли Рансон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.